О, з Discord викидувала. Хьюстон, Хьюстон, прием. Что там, все? Все четко. Заменял мне. Тупо вообще офигенное мастерство тема. Ни одного уклонения, ни одного парирования. Вот это с мастерством надо будет комплект под Т5. Это стопудово. Ну, там да, там да. Ну потому что ты представь, если ты без хардкапа, если ты такой хуяк, такой фак ех, и такой хуяк ударяешь казнью, и она, сука, в парирование нахуй, и все, и пизда. Я тебе больше скажу, там оказывается всегда активно, нахуй, насколько я смотрю. Это понятно, что она всегда активна, потому что ее, сука, всегда можно юзать. Просто она стоит 30 раги. Она стоит дохуище, да. Ну это для МТ. Не знаю, там чувак жал просто это. Он через армс качал, там, когда берешь в ветке Нисуса минус 5 раги, и в армсе ветку, да, короче, внезапно смерть, у тебя стоит 10 ярости, и она при 10 ярости сохраняется. То есть ты вечно жмешь по 10 ярости, у тебя будет. У тебя никогда меньше 10 не упадет. Тем более на танком ты без щита, ты будешь столько дамага получать, щита будет 100% такой раги. Это гибрид танк или что там? Да. Там половину гибрид, там главное вкачать бдительность, такой, остальное ты уже можешь вкачивать в армс. Посмотрим, нахуй. Посмотрим. Ну, если эту хуйню еще не пофиксили, я точно не знаю. Не знаю, ну, что там пофиксили. Без таланта, нахуй, вестник войны, ты просто будешь как ебаный, блядь, ДК ходить, да, по рейду. Не знаю, это вообще дамаг по нему не будет. Ну, это десятка обычка, это понятная хуйня, ну, блядь, в хэме тоже, нахуй. У тебя, блядь, он там критует по 30 кострей, то есть у тебя постоянно висит щит на 30 кострей хп, то есть, блядь. Две казни, нахуй, ты фул урон поглотишь. То там не 30 будет, если 30 козырей. Там будет 175%. Это от 10 как тычки будет, 17,5 тысяч будет абсорб. Но это уже дохуя. 10 как хватит. За глаза, нахуй. 10 как ты вообще, блять, бьешь в ноугире 8 тысяч без символов, без всех хуй. Там оно само по себе дает увеличение, то есть тебя обучить там на 30 тысяч, даже если ты будешь с одной ручки ходить, потому что каждый не от оружия бьет. Прикол этой хуйни, да. Символы меняются, блядь, прям все три. Там вихрь у тебя будет в оборонительной стойке, а он походу стакает как раз какую-то хуйню для этого, для казни. Короче, выбьем Т5, посмотрим, нахуй. Не знаю, как вы, но я... Чё, котлас дали? Точно. Кулачок, да, типа вам? А, давай, так. Можно играть, но там меньше дамага будет. Там чувак вообще с волей ходил, хэм. Экстурка мега крутой. 91 тысяча. Помните, тут кроме лыжи еще что-то есть? Нет. Микстурки на клык не везет. Нет. Кстати, бля, мне что-то на друида так повезло на пинке, бля, как скелет. Ну, вообще фагаешь. Ну соточку было бы вообще красиво на ДК танка. Лот. А как бьем, так же в куче стоим или распираемся рейнджем?
Так же в куче. Эту хуйню никто не пофиг. В гранде только стрейкинг, короче. Тихо, не пуляйте, тихо, не пуляйте. От меня надо. У вас друид висит, видите, вот бегает. Да, он меня лагает, я пытаюсь писать сказать, но без тоже вон. Ждем. Сейчас захожу. Так раз и растворился, бро. Припот пьёшь за 10 секунд. Ааа, он не в Дискорд. Сука, мне слотов нету, сумки надо что-то выбрасывать. Так, ради тут. Ник, напиши мне его, либо пускай мне сам. Вот, напомните, тут кроме лужи еще есть что-то? Ну, отлично, это было. Принеси держать на взлетке. Ну, это понятно. Костель, шар. А все вы в центре? Все, подвод. Не, это имею в виду на взлет. Да. Кто не нужен? Маленький плюс. Походу бил по дикости. Кусишь, чувак. Сука! Ух, такие не... Титан. Малик, ты кусаешь костеля. Вот чулан ты стоит как дума. Как дума. Самое время. Тотема антифера поставить. Самое время покупать поле. В курсе, что вас служит дохуя вон с одной стороны. Ой, ну зад, готовься гимна хп. Галя гимна хп. Мастер аур по... Котлас. Пустили. Хочу, чтобы он сдох. Фаул уже пробежал. Поднять? Мастер. Давайте. Так, якутия. Кто же? Встань, просто.
центр. Так. Прося и костель, ты нормал, за хп. Я прожим туда. Да, я не достаю, не сомневаюсь, не сакр. А там двойная пружинка. Веру давай. Про товар топ. Вот ебать, вот это вот просто. Минута 45. Нет. Просто бог ебать. Он от кол идет. Чё, бы если хилили на хуй такой? Я хилю, блядь. О, видишь, нубы в рейде. Убейте их. Изи, изи, изи. Ебаш, у меня два раза просить не надо, чтобы своих убил. Они могут укус передать. Как я еще передал, удивительно, блин. Вообще, кстати, зудом передал, это я обычно сюда косячу на это. Господи, могли кусить хилов кого угодно, там оставалось 2 миллиона, добили бы и так, кусили бы хоть кого-нибудь. Сладенькую. Таджира я кусил. Кого сладенькую кусил? Классную. Как её, Настя? Галя. Галя, ну я помню, когда я вербовал гильду, помню. Девчонка. Ну, знаешь, на имена слабоват. Галюня. Несе Галя воду. Воромы с вогнетю. Чё? Зачем стоп по максимуму? Вы хотите Виби взять и профа пойти или нет? Чё вы хотите? Виби взять, Вальку захитили, нахуй. Сдавай на профа. Малик, это же ненадолго с нами. Здорово, микстуры. Здорово. Чё, как оно, сыщи? Нормально, да? Ежи. Чё, я думаю, один пал на заходу без проблем. Якутия, сколько тебе ещё надо этих гамбаны? Ну это на второй спек. Просто я не понимаю, ты чё, сука, 410 навара, блядь, собираешь? Я на второй спек, сорян, не склик. Ну чё, время отчаявшихся рывков. Да какой ты, блядь, второй спех, да. На Вурика, блядь. Против? Какой? Да на прото, на прото. На прото собирай себе, ты вообще не прото. Ну а что поделать? Ты 4 собирай, что поделать? Его моралью хуй поделать. О, это лучше. Слушай, ты 4-то есть, блядь, его апать надо. Да, Ромка, да. Ой, на ключе. Ты чё, тебе ничего до сих пор нет этого? Ромка всё равно вышит тебя, он пояс забил. Не, пояс у меня уже давно есть. Не, если чё, я могу Саджиру отдать как-то. Не, подожди, этот, кольцо, на кольцо кто там, Рога? Кольцо у нас Рога даже не идёт. Кто идет? Ой. С Вальки, да, КТВ? Да, его будет брать, да? Че? Аркуар. Не. Все равно я заберу, не переживай. Кто это? Ромка. Либо кольцо, либо поезд. Подожди, это Ромка говорит? Сейчас, да. Я про это. Не, ну пояс у меня есть, он мне не нужен. Но, блядь, за ним да, уже полгода. Упало у нас лица, два, и чё, кому дать? Да, Рога. Ну, Рога кому надо было. И блядь. Моса, по-моему, или... Блядь, был бы царь в рейде, он бы, блядь, отхуесосил тех, кто на ловкость берет кольцо важное. Ага, мне ага, ага. Что там, в других комнатах нету диску? Ну только маленький, я так понял, на 4 стака надо подбежать. Сейчас будет герой в атаку. Мастер, ты готов? Залей тейнер мастеру всем. Герои в атаку.
Чаш трики напел. Блять, не достриг. А подойди ближе, че. Ну, блядь, блядь. Потому что это хэма необычно. А скелли кольцо с арп меткость до хрена кому? Я не знаю, какой раунд я забрал. А РП меткость это которые один. Я забрал. Стена щитов жаждет крови. Эй, что-то я подвис. На самом деле текает. Комната только наверх, не поднимайтесь. А чё, квест получается на Синдрагосу будет? Что-то ни одного не было. Да, задум ты подбал. Можно спокойно жевать. На вальке я и малик. Или за часовой лик. Метки на себя и на маленький-то ебани, чтобы мы вас видели. А Виби я кидал пати, он что-то хотел. А, он в РБК. Шкаф, поставьте-ка зума и сакраса по самой. Тык. Начальнику скинем ка на маленький. Чуван, ты в РБК ходишь? Чувак. Чувак.
Пчела написала, если что, без него пулять его сейчас. Я слева, короче, там было. За дом демонический доспех включил? Да, есть. Спасибо. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Летает один пол, да, у нас. Ладно, еще холод спокойно. Это печенька? Да, Малекит летает, и мастер. А, ну все тогда, чтобы я это захил. Шарабас носит, да? Все плохо? Че? Все плохо? Что ты здесь? Говорю, заходить мне не надо. Эй, батяня, конечно, заходи. Меня заменишь. Ладно, шучу, шучу. Я с вами сегодня до конца, хоть до утра потом. Заберите с меня, блядь! Сука! А что творится, я не понял. Учу говорить, нет? Нет. Кто тебя захуярил? Голдыр. Я буду. Надо было СС вешать. Нужно ждать, пока танки заберут, они лететь первым. Подавить кому в тылу? Нет, я ути говорю. Чё ты говоришь? Я не слышно. Говорю, нужно было ждать, пока танк сагрит трэш, а не первым. Портал или последний? А ладно, я запишу. Давай. Че за кентер давик? Хуй, блядь. Маловат, но не знаю. Сталь, так что ты там делал? Куда пропадал, а? Я... Ну, расскажи мне. Геру. Что, блин, там хилит, нет? Хиль, конечно. Чё? Всё, всё, начал. Стрелял
полиглушкам, лазером в Германии из космоса со спутника. Нифига себе, ты вообще опасен. Принцессу там не подстрелил случайно? Ты ж в курсе, что есть принцесса, лягушечка? Да? Да. Поцелуешь ее, она такая... Че, серьезно? Ты что, блин, сказки не смотришь? Ну ты вообще, короче. А потом, типа, пришла весна, пора любви, кого поймал, того уеби, да? Ну, лягушка неплохой вариант. Сорян, братан, жую. Малики, уступ. Топ хиллер босс с бинтами. Че вы? Че, Саджира? Да, с Ромкой он хочет мне Тукина. Ты уступишь Котласса с ботинки, но там... Я бы не уступил. Так, Котласс. Че, сейчас на этого? Профа? Да, на профа. Что там, зеленый в зеленую, да, вливается красный в красную. Вроде ж ничего такого, я там раз был. Убили. Зачастую в лужи либо разливают сильно, либо тупить начинают. Лужи разливают? Пробивать легких рога надо. Не надо, я понял. За 0 не отдам, за 10%. Я там был, мед пиво пил, по усам текло, а в рот не попало. По ушам главное, что не текло. Так, главное, ну, чтоб с конца не текло, дурак. Так что ты там на пана обиделся, царь? В смысле, кто? Ну, я не обижался. Обижаешь бедного пана, блин. Не стыдно тебе? Как я его обижаю? Ладно, не буду говорить. Что он колхозан ауешный? Ну что тут такого? Это не обидно, это правда. Так, Роб. Что, у тебя войти? Что, повисли все, не? Или кто что? Да, а, это пан. Мастер, да, а что тебя так кровот слышно? Нормально услышу, чего все доебались на него? Не, реально его хуже стало слышать. Да, хуже. Ну, накрути в дискорде. Сейчас, ну-ка, мастер, скажи что-нибудь. Спой, птичка. Он еще рыгает иногда. На-на. Так это нормально. Я еще могу сербать. Че, я тут? Я готов к бою, короче, да? Давай тык, хила, может, тык, что? Тык, тык, тык. Ой, у вас тут с хилами все плохо вообще. Ну хз, я, конечно, могу, блин, зайти. А что там? А, для хеймаш надо закрыть, блять. Надо на присте позакрывать себе обычки хоть. Короче, кидай меня в хила и будет... Ну что, я нужен? Заходи. Да. Как земля колхозу. Здравствуй, зайка. Вот и все. Боже, царя. Вот и вся любовь, да? Боже, царя храни. Слышь, что, царь, завтра после 16:30 будешь онлайн? Скорее всего, да, а что будет? Я, короче, думаю, Rule Magic Gear собрать. А ну успей, мне просто, так сказать... Мне бы магика закрыть в этой неделе. В 16:30, да, говоришь? Да, 16:30 где-то. А, в 16:30, да. Вот я там буду собирать. 16. Виби, бери. Да, может, если быстро пронесем, может, и ВК еще потом сходим. Слушай, а если не в 16:30, а там в 14 или в 3... Сюда подойдите кто-нибудь, а? Не, в это время у меня РТ. Блядь. Бля, хуёво. Какой у тебя РТ? Ты что, еще где-то там РТ-шишь? Да. Ой, я что-то не знаю. Я в дальневосточный статик хожу. С кем? Забияки? Ой, как их там, блин. Люжит. Дальний Восток? Ну, неплохие, да, ребята. Там они есть. Они Дальний Восток, а Люжит. Идря, тутюжины. Тю, ебушки-воробушки, блядь.
Да не можешь, так, сейчас пойдешь на смену. А Эвинар куда съебалась? Ко мне домой. На Альянс. О, полегче. Ей же еще нет 18. Наверное. Хотя, может, ей вообще там, блин, под 40 просто же. А вы на ком? Сразу меняю вон кого-то, кто лагает там. На императора. Ты уже... Я Войт. Я Роги написал, он спрашивал, кто там собирал. Хочет собирать завтра этот Гру Магик и Гер, я написал, что ты. Ну, я не буду продавать, я отду себе за нролю. У меня на ДК 4 неапгрейдженных печеньки, блять. Я лечу 25 гер танчу, мне это заебало уже. Ой, ну зад, не ссы, все будет хорошо. Как себе позабираю, буду, может, продавать. 4 штуки точно буду забирать. Я вот сейчас такой сижу и думаю, а мне же 100 хлопуза пояс нужен был на хила, господи, какой я. Он не падал. И кольцо с леди на дух. Да. Там еще это кольцо как с леди падает, Вока, по-моему, или за это. Оно у меня такой же крит дух. Да, оно с вашей падает. У меня типа есть. Синдра это вообще говно этот. Ну, да, кто-то может уступить, не может уступить, пока, блядь, я рейд вам подсортировал. Коли престол через хосту. Здесь сапрот пьем или как? Собираться только, когда он тринет достанется с этого с глубины. Ой, со скрытни. Шарпи где? Что-то ой, не записал. Есть два сбора, ой, ну зад. Есть через крит и через хаст. Через хаст дух ты идешь, ты хилишь молитвы исцеления. Он хочет императора в хила спекнуть, зачем, я понял, не знаю. Поэтому и говорю, что 4 хила не пройти. Что, мне спекаться? Не спек, в ДД, блядь. Шкаф поставьте, присмоньте. Стоит. Сейчас захожу. Сапрот пьем? Сапроты пьют только раки, хилы и у кого меньше 30 под фулл баф. А если я этот хил, но... И рак. Хотя это уже рак, да. Не надо на меня МК кидать, кидай его на Вибимка или на Казума. Кто тебя Виби не может принять, суммон, и так. Те, кто называет. Блять, у меня сапротов нету, у меня нету слотов. Поставьте. Ну вон он у нас стоит, этот Сукрис. Он на замене, а он стоит в рейде. Сакрис, уйди в доллар. Че, у вас сапротов не, Аня? В АБ вижу есть. Чулан, ты тут? Так. Зидум, братан, дай баночку на СПД, будь другом, пожалуйста. Ты наглая рожа, конечно. Ну, пожалуйста. Лови. Да ты мой зайка. На здоровье, братан. Я портанулся. Лури бафер. Дайте сапрот, пожалуйста. Дай чулан. О, нормально. Хоть чё-то, у меня просто голды вообще, там 2к только. А ты вечно, блин, прибедняешься. Ты хочешь скрин кину 2к голды? Да ладно, ладно, ты чё, дружище, какие вопросы? Можно вкратце, как вы этого босса бьете? А то тут, я знаю, несколько тактик. Кто в угол забивает. Как? Мы в угол добиваемся, вот. Какой нахуй угол? Вы с этой тактикой можете пойти нахуй отсюда, блядь, с угла зашли. Гаджет вот сюда в угол забивает всех. Зеленый, но он там долбится. Когда вторая фаза, все зеленые, у кого дебаф зеленого слизня, убегает, становится вон туда, аж под стол. Делайте так, чтобы вас откидывало в центр.
То есть, если слизень бежит вот сюда, в цель, в треугольник, то вы должны быть за спиной слизня, а не перед его ебалом, чтобы вас не откинуло в стену. Цель, которую выбрала, прожимает сапоги, еще хочет и должен оббежать этого слизня, когда он кастует, и встать ко всему рейд. Хилам нежелательно сбегаться к зеленой цели. От красного убег. А так все по стандарту. Чуму не забываем. Войд в куклу, микстурка на боссе. Фулл ребаф. Это, подожди, господа паладины. Зачем ушел это? Что каску баф? О, хорош. А тебе будет чума, блядь. Ты подходишь к любому другому человеку, на него она перекидывает. Надо просто самому... Все, понял, помню, просто чуть-чуть. Там давно он тут был. Что, с 5 хилов, да? Да. Пока что в 5. Да мне кажется, вы бы в 4 захилили. Ой, ну зад это, блин, вообще просто шелкнул. Там пиздос, ребят. Ой, ну зада, блин. А чё у него там? Издеваются на сцене? На царь, нахуй. КПС, блин. Сланы, да? Ну так, воу-воу-воу-воу. 20 поворотов. Откуда? Там а жесть люблю... какая-то вообще. Вот это вот на одну секунду, которая сокращает. Да он соляну просто хилит, все остальные ФКшат. Нет, там, понимаешь, просадки практически рейд не испытывает. Вот если я еще со своей тренинг через два куста... Давайте, парни, ну вообще похуй, погнали бить уже, блядь, и трини, нахуй. Вот ёбаный нахуй. Арче даю, нахуй. Я даю вам сколько арче, блядь, никто, сука. Да я потерял. Я тьмы поставлю. ТРДД в одну точку встаньте, вот в печеньку. Не-не, давай мне третью ауру. Чё по СС, давать нет не или... Не надо в печеньку, делаем как в прошлый раз, ближе к центру стоим все РДД. Ты сделай камень. Чтобы в жопе мира, не, блядь, с лужами не бегать. Микстурка. Раздавака, тотем на саппорт поставь, пожалуйста, от природы. А сколько стаков у этой Сергея назад? 4-5 максимум. 5. А, нет, 4, да. Топ-тринка вообще не пила, манна резко. Просто бешеный. Маликет она тоже. Заебали, я хочу хилами уже играть. Вот, я посидел в кукле, но я за сову, извини. Я готов, поехали. На саппорт тотем, не забывайте, ребята. Сразу отводить или ждать лучше потом? Микстурка сразу ведешь к зеленым, нихуя не ждешь, сразу, блядь, бежишь туда нон-стопом, блядь, ничего не ждешь, нахуй. РДД ближе к центру. С хилами, ну быстрее, в центр, съебались. Ну, бегом, не надо туда ближе стоять. А кто врывается? Сорвут опять. Нахуя вы бурсты даете, сука, по первой фазе, а? Надо до слизни, нахуй, бурсты. А он наркоман. Я не давал бурсты, блядь, только блядь, флейпот выйдет. Видишь, что как просто бежит, ты не можешь набрать. Зеленый выход. По боссу. Зеленый. Столу должен быть. Просто к этому веди, к столу, отлетаем к столу. Гом. Переводить. Гом к столу. Пока не карте, я кутик. Метку посмотрели свою, быстро встали по меткам, кто к чё бьёт. РДД красного уже лупят. Зелёный свалили в треугольник. Примерно. Поехали. Поехали по своим меткам, быстрее, прожимку отдали. Побежал. Отлетаем в сторону зелёного. Откуда зеленый вышел, летим все туда. За спиной мы встали. Отлетели, еще шаг назад сделали, из лужи вышли. Поехали снова зеленый. К профу летим. Замедляй второй раз зеленого. К профу отлетайте. Пельмени. Добиваем, помогайте. Отлетаем обратно в центр. Колбы. Отойдите, отойдите, добьем и так. Не стойте там. Ромку захил. Профу к столу. К столу, к столу, к столу, к столу. Колбы пропадут.
Э? Поете? Да. Что сказать? Мене. Блин, не успел дать в него пельмени. Это красный. РДД красный, готовьтесь. Проф, уйди в красную метку. РДД красный, бегом. Во в красную. На Казуме. Мелики переключились. Помогите. Мелики, профи, пельмени. РДД бьют. Сука, не убейте вы нахуй. Переведи к столу. Якутия в столу. Угу. Хорошо. Все, хватит. Лучше забафайте. Типа того, все РДД с хилами свалили в район треугольника. Быстрее. Примерно в район треугольника. Милики ушли в район треугольника. Примерно. Профа на стол. Прям к столу. Профа. Профа уводи в сторону зеленого. Вот откуда он вышел, видите туда профа. Отлетаем в сторону зеленого. Бегом. Отлетели и били уже профа. Назад сдох. Твою мать. Сказал же, в центр летим. Ебаный его, вы что там делаете? Второй раз заметил. Кстати. А вдайте его назад. РДД красный. Уже бьем. Профа, красную метку иди. Обы. Мелики, профа, все. Забили болт на этого. Когда зеленая микстурка появляется, уводи профа прям к столу. Вот сейчас жди, короче. Вот как только он появился, уводишь. Обратно к этому, к зеленому иди примерно. Хилы и РДД свалили зеленую метку. Примерно. В одной точке не стоять. Поехали в зеленого. Милики пошли. Бегом в зеленого. Отлетаем в сторону зеленого. Бегом. Профа видит. В колбах не стойте. Добили пельмени. Стоп. Никто не бьет. Стоп, блядь. Бросили в седоту всю хуйню. Отошли нахуй от него. Ясно, сейчас будет. Профа устала, держи. Видно РКД. Да. Кому видно? Поехали по зеленому. Фу, богатому. Мастер, тебе видно? Будут. Давай. Иди, проф, оттуда пельмени. Отошли. Сука, чуть на ком. Пахните. Переводим проф. Переводим проф. Этот лук. Назад, сейчас залью. Просто гимнамару, смотрели. РДД бьют уже красного, зеленого метку свалили все остальные. Геру дали. Поехали, зеленый отлетает, откуда он вышел. Он обратно летите к столу. Вот допей чуть-чуть большую лужу, чуть-чуть, если успеешь, нихуя не успеешь. Нормально. Отойдите от зеленого подальше. В зеленого сбежались, летите в обратную сторону. Бегом к зеленому, помогли. Профа устала держать. Профа сбежались. РДД лужи стоят, остальные там бьют. Пельмени. Не водите профу просто так. Так. Трейдер, готовь дело. Колба. Колба пропадет, верни обратно, Микстурыч. На пару шагов назад. Чтобы у нас места было больше. Давайте. Угу. А пусть держит, не пробивает. 5 стаков нормально. Меня. У меня КД. У меня КД, я в этого поднимал йоту. Да. Я залагал. Обер анимал. Да ничего, добьем. Видите, уже быть. Думайте по ССу на мастера. Стойте. Морды профа, не стойте, ближе к луже. Нормально, Войд, держи. Нажирная СС. На четвертом стаке. Колбы, Казум, аккуратней. Вот видишь, это уже дамаг пошел. Сука. Кидайте.
Ты там, я на тебя СС давал. Чё ты, мастер? Где ты там? Да, убил. Убивайте. Давай. Быстрее выводи, сейчас уже закрою. Далеко выводи. Пробегайте. В другую сторону. Колбы сейчас будут. Все, убивайте. Еще. Ремень. Сейчас заберу. Били. Били. Фух. Давай колбу, сука. Ты, гляньте, какая у меня ачивочка. Хуй вам, мой колба, да? Твари, ебаный. О, кость груля. Давай, ролл. А что, знаешь, на ТСС давал, или ты два раза сдох? Потому что я в лужу пошел, я, блядь, что-то запаниковал. Лужа, и потом убегаю, нахуй, с лужи, прям на пельмень, блядь. А ну, царь, давай, Миша. Не надо паники. Не надо слов. Что это там трупик сейчас подними? Ну, чулан сдох, эту вязкую гадость два раза словил. А там вот вылетели это... пельмени, царь, вылетели. Нет, и я завис. Я не про то, я просто и говорю, все. Что на четырех стаков это не рейд пробило. Это ребята долбоебы словили пельмени. Я там просто смотрел туда, два пельмени. Там, да, там два пельмени прилетело, по-моему. И там просто кто два словил, вот чулан сдох, а кто вот нет, их просто продамажило. А это я вот смотрю там сейчас. Кстати, третий пельмень я в стороне стоял, он ко мне прилетел, я прожался и выжил, короче. А два в рейд туда улетело. Нормально так. Да, ужало прям. Поглощение эффекты. Получ... Мастер, как так получается, что так мощно прям хилишь вообще мощно? Просто по одному. Так. Просто батя. Не, ну мы реально, ты посмотри на ХПС. У него 7400. Линкани с поглотами сколько там? ХПС. Так, ваш пояс без... Да у тебя корявый, мастер, линкани свой. Шарин. Вам только абсорб или... Абсорб, а, вместе, все. Вот вам только абсорб за артений, да. Угу, вот а ХПС? Вам. Вот, ну у меня всегда показывает на вот с рекаунта на 2к... Сакрес, этот пояс не кожный, да. На 2к больше, чем с... Кита, мегац... Спасибо. Так, бля, котла, ты шо, жрал? А ну давай, срочно его выкинь. 99. Кикай его, кикай, кикай быстрее. Кик котлас вообще кидай мне сюда.